Вичужанин, выпускник эстрадной вокальной студии А+Б, Иван Дятлов представит Ивановскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Это музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов страны. Самые сильные исполнители соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край. Первый отборочный этап в эфире покажут 28 декабря в 21:30 на канале «Звезда». Определять победителя музыкального телешоу будет не только жюри, но и зрители. Со 2 по 12 января пройдет зрительское голосование. Как помочь нашему земляку, можно узнать на сайте телеканала. Сейчас Иван Дятлов – студент 3-го курса Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Он не только вокалист, но и инженер-программист. Да, сценическим образом работала огромная команда, действительно очень большая команда профессионалов. Это и звукооператоры, и педагоги, и танцоры, и режиссеры, которые смотрели, чтобы номер и картинка была просто, ну, красивой и интересной для зрителя. И вообще шоу обещает быть очень интересным. Я буду показывать наш регион в самом лучшем, что называется, ключе.